почему, почему? И откуда взялись мои уши и нос? На моей голове непонятно зачем. Почему-то растет очень много волос. Это ж надо с утра волосы расчесать, а еще уложить, накрутить бигуди. Не забыть про глаза, чистить зубы опять, нос и уши помыть, на зарядку идти. Спросим, 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 зачем же нам носик, носик, носик? И что мы с собой его вечно носим? Скажите, зачем? Носик, 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 ответь на вопросик. Просим, просим, ответь на вопросик. Носик, носик, скажи, ну зачем? Зачем-то глаза и ресницы на них, даже крови тупой. Может, кто пошутил и приклеил к лицу и смеется сейчас над моей головой. На лице у меня по бокам две щеки, а еще две губы, называется рот. Улыбается рот, рассмеется вот-вот, любит пить алкоголь, а еще он поет. Ротик, зачем скушал тортик, тортик, тортик? Наверное, нужен ты природе, никак не пойму. Щеки, 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 вопрос подниму я на уроке. Откуда взялись вы, мои щеки, зачем, почему? Спросим, 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 зачем же нам носик, носик, носик? И что мы с собой его вечно носим? Скажите, зачем? Носик, 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 ответь на вопросик. Просим, просим, ответь на вопросик. Носик, носик, скажи, ну зачем?